knowledge. Несговорчивые Харконнены продолжают в этом районе свое отчаянное сопротивление и поэтому должны быть раздавлены. Сокруши их, хваленых наемников, и они в испуге побегут плакаться своим уродливым мамочкам. Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Dune 2, The Battle for Arrakis. Предстоит нам, значит, шестая миссия, которая, как я уже говорил, будет у нас все практически, кроме дворца Палоса со спецоружием наших бригад, так сказать. Вот. Ну что же, вот нам настоятельно рекомендуют сокрушить Харконненов. Посмотрим совет. Девиатор заставляет врагов временно перейти на твою сторону. Да, вот здесь спецоружие появляется, соответственно, будем воевать против Харконненов, значит, у них появятся девастаторы. Использую это могущественное оружие. Ну, мужик, я бы не сказал, что оно настолько могущественное, как ты себе это представляешь. Но, ладно, поехали. Чего уж там. Шестая миссия. Хорошо, что у Харконненов не будет здесь в начале летательных аппаратов. Вот. Будет время развиться и поставить пару пушек. Я, если честно, эту миссию не помню. Как я вам уже говорил, за Ордосов я вообще мало помню. Миссии. И где здесь враг расположен, я даже... Вот так, судя по тому, где наша база стоит вот на карте, да? Ой, они могут быть и сверху, и справа. И по диагонали вверху. В общем, ладно, посмотрим, где они будут находиться и откуда будут нападать. Да, здесь за Ордосов, в принципе, разведка решает, потому что я не помню, поэтому придется отправлять в разведку наши войска. Как мы, собственно, сделали в прошлой миссии. То, что останется. Смотрите, еще даже джипиков нам выделяют. Даже в таких поздних миссиях. Пехоту-то ладно. Пехота нужна. Хотя бы чтобы для того, чтобы ее скормить червью. Так, надеюсь, вначале здесь не будет червяков. Вот серьезно, не помню совсем я эту миссию, правда. Ну, тут-то вряд ли они будут, да. По-любому они будут нападать либо с... Мне кажется, сверху. Просто даже если она вот вверху справа, все равно это будет сверху. То есть отсюда они вряд ли вот полезут откуда-то с востока. Так, ага, денег у нас уже хватает, чтобы еще какой-то завод поставить на начальную сумму. Отлично. Так, что мы можем? Мы можем танковый поставить завод. Я думаю, мы его на передовую выдвигать не будем. Поставим его где-то вот тут. То если что... Ладно. Посмотрим. Сейчас поставим танковый. Ну а как нагребут нам бабла наши харвестеры, мы поставим аутпост. Он же радар. Ну и станут нам доступны тяжелые вооружения. Так, хорошо. Две электростанции вначале решают. Так, собственно, у нас ничего нету, кроме джипика и трайка, мотоцикла.
Да, в разведку, естественно, пока мы не пойдем, дабы не обнаружить себя, дабы не обнаружить, не дай бог, червя где-нибудь. Так, чувак, езжай-ка ты тоже сюда. Давай, давай. Да ладно, уже? Вы серьезно? Где? Ох, блин, уже нападает. Ой, убил. Так, Сейч уже очень дальнобойно лупит. Подъезжай-ка поближе. Блин, рано напали собаки. Рано. Непонятно, то ли у них база так близко, и они просто... А-а-а, девастатор! Это в охране, что ли? Даже не знаю. Ты так близко... Здесь база от нас? Это охрана согрелась. На мою охрану. Это даже не харвестеры. Вот это да. Но это печально, раз мы, так сказать, выдали свое местоположение, значит, сейчас они, да, вот уже начали нападать. Ну и, да, с двух баз сразу поперли. Мальчиши, кибальчиши. Так, ладно, строим аутпост. Нам приехали харвестеры. В общем, за ордосов все миссии какие-то немножко, блин... Не сказать, что кривые. Но, черт возьми, быстро нападают они и как-то не дают развиться. А вот если бы это были, например, атридесы, они бы уже тогда сейчас послали на нас свои летательные аппараты, именно боевые. И это было бы очень плохо. Потому что их могут только пушки сбивать. Оф, блин. Так, раздави-ка их нахрен. Вы все стреляете? Вот он, девастатор. Самое мощное оружие, которое существует в Дюне. Блин, он же сейчас рванет, гад. Да. Близко к нему тоже нельзя стоять. Так, ставим на аутпост. Надеюсь, я червя не открыл этим действием. Так, продолжаем, продолжаем. Так, 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 так. Что нам надо? Пушки, да? Нам надо пушки и нам надо ремонтный завод. Хай-тек фэктори. Кстати, вот у нас-то в этой миссии появится. Авиация боевая. Так вот. Ну и старпорт нам еще надо. Ладно. В общем. Ставим, ставим много-много плит. Фундамент. Так, поплотнее встаньте-ка, пацаны. Так, надеюсь, десанта не будет здесь в этой миссии. Блин. Так, хорошо. А, что у нас по электричеству? По идее, должно еще быть. Да, хватает. Тогда ставим, наверное, ремонтный, да, сразу. Сейчас будем чинить тогда технику, которая у нас уже потрепана. Блин, надо было... А, как в той миссии, вот здесь его поставить. Один над вторым. Да, вот так. Так, ну вроде затишье, блин. Кошмар, как они рано напали на меня. Так, где двухслойный? Давайте, долбите. Ага, вон опять что-то пришло. О, Сейч вражеский. Пацаны, долбим. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Так.
Че у нас? О, Сейдж! Красавец ты мой! Ты практически уже мертв. Давай, 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 лечиться, лечиться. Вместо того, чтобы строить танки, мы будем чинить свои. Так. А, по заводу мочканул. Так, ну давайте, кто там еще у нас покоцан. Давай. Так, отлично, приехали еще ресурсы. Так, ставим, наверное, хай-тек. Factory. Так, пока что еще есть что куда. Старпорт тогда поставлю тоже рядышком. Давай-ка ты тоже починись. Ты сюда. Мужики, вы чё? Отлично. Так, ты чё? А, починенный. Ну и ты ладно, тоже починись пока что. Так, это хай-тек. Тогда их хай-тек, наверное, вот сюда поставлю. Или даже... Ладно, сюда поставим. База у нас всегда была компактной. Так, танков все-таки поуничтожили. А чё, нет? Да, есть. Улучшить. Орнисептер. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы заказываем Starport. Так, нет, не Starport. Дальше, скорее всего, сейчас у нас электричество кончится. Да, надо еще одну электростанцию влупить. Так, и надо, наверное, еще один... Ох ты, Харвестер поставить. Ну-ка. Отлично, у нас... Хоть возле базы много спайса сейчас. Так, сразу, наверное, две поставлю. Потому что еще пушки надо будет ставить. Ну вот. Сюда. Посередине мы сейчас старпорт. Воткнем так. Пока денег нету, да, на старпорт. Ладно. Все тратить не буду. Вдруг что-то чинить придется. Во, отлично. Так, ну давай немножко откроем. Надеюсь, здесь червя нету все-таки. Хотя бы весь спайс. Во, теперь есть. Где нам... Так, чё. А, это вот высадили, блин. Десантура, ё-моё. А, и по-главному лупят. Так, да, внизу у нас тут неплохо. Специи. Меланж. Так, все. Кто-то еще приперся. Главное, чтобы Катюши нигде не стояли и втихую сдалека не долбили. Так, знаете, что можно сделать? Так, а сколько у нас стоит этот самолет? Ох, блин, он как Сейдж стоит, 600. Можно один будет, ну ладно, это чуть позже построить, чтобы он уже полетел куда-то на их базу и, ну там будут пушки агриться, она хотя бы немножко приоткроется. Так, во, это нам подкрепление, хорошо. Отряд пехоты еще. Воу, девастатор. Два что ли? Нет, один. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отходим, пацаны. О, так. Долбите, пока девастатор. Ё-моё, еще один. Да вы что, шутите, что ли? Так, хорошо. Короче, деньги нам пришли. Чё стоим нахрен? Там одни пацаны только трудятся.
Девастатор. Ну. Сейчас он своего грохнет, взорвется сейчас. Нет. Быстрее умер сам. Так, чинимся, пацаны, чинимся. Покоцали чутка. Так, заказываем старпортик. Воу. Главное сейджи не порастерять. Это главное ударное. Точнее, не ударное, это защита наша. Защита и опора. Потому что эти танки уже, конечно, в этих миссиях слабоваты. Так, хорошо. Видите, как хорошо иметь ремонтную базу. Так бы уже давно всех перекнокали, и пришлось бы пушки срочно строить. Так мы пока танками справляемся и деньги тратим исключительно на то, что нам надо. Так, ставим звездный порт. Так, что у нас по Катюше? 540. Ладно, пока заказывать не буду. Так, что нам надо? Давайте закажем харвестер. Хорошо. Ну и будем дальше базу оборудовать. В принципе, заводы я поставил все. Единственное, можно еще поставить сейчас будет. А, так, 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 так. Знаете, что можно поставить? Spice Silos. Бочки для хранения баблище. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Так. Оставим задел для пушек. Две поставим сюда. Ага. Так. Так. Харвестер поехал. Еще один. Ага, хорошо. Так, опять кто-то нападает. Пока девастатор доедет, они как раз эту щелкнут. Оп. Так, а вы что стоите? О, блин, еще десант. Десантура. Угу. Так, 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 так. Я просто смотрю, не надо ли мне еще что-то. Да нет, в принципе, все. Остальное пушками сейчас обложимся и все. Блин, девастатор приехал, еще один. Вы серьезно, что ли? Так, а ну-ка. Ой-тя-тя-тя-тя-тя-тя, чуть не проморгал. Было сеич не получил. А, убил он просто одним щелчком. Да блин, они прут одними девастаторами, капец. Так, ну сеич в одиночку не справится. Ать, мужики. Ладно, иди. Отъедьте от него, это блин. Просто база на колесах. Все. Все, 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 мужики. Так, Товченко. Какой же он жесткий. Ё-моё. Так, ладно. В итоге кусок земли нам огромный выдали, а база у меня получилась совсем что-то маленькая какая-то, да? Ну ладно. Хорошо, что они вот сюда, на задворке не высаживаются. Все десанты, сколько их уже было, раза 4, все вот прям сюда и высаживаются. Тоже туповато ведется. Воу, нифига. Чуть было не лопнула электростанция. Construction.
Так, ну я говорю, максимум, что еще понадобится, это еще электростанции. В принципе. Да, вот можно электростанцию воткнуть. Куда-то вот сюда. Защищать танковые и ремонтные электростанции немножко глупо, потому что она достаточно мало у нее жизни. Так, ага, это наш десант. Ой, Сейч, отлично. О! А, я думал, Катюшка. Не, это девиатор. Так, ты идешь в охрану. Так, ну давайте я еще, наверное, парочку вот здесь тогда поставлю все-таки электростанции. Так. Девиатор, да? Установись сюда, спрячься. Глядишь, кого-нибудь перекрасишь. Просто фишка в том, что он, да, он перекрашивает вражеские войска в наш цвет, но это либо до первого попадания в него, ну, как бы своих же, да? То есть для своих он станет врагом, и они, как бы, начнут в него пулять. Так вот, до первого попадания по нему, вот тогда он снова станет, ну, для своих своим, для меня чужим. Вот, либо же, если его куда-то отправлять, то он там проедет буквально, не знаю, метров 100-200, и тоже опять станет своим. Короче, дурман этот проходит достаточно быстро. Ну, то есть, это здесь в игре он как бы перекрашивается, а вообще по дюне это их одурманивают. Опа, вот я сглазил, куда-то сейчас вот сюда высадят, да? Так, ставим пушку. Ох, и Сейч еще, нифига. Так, вот хоп, все. Вот, смотрите, он бам-бам, два выстрела по своему же, по сути, да? Сейчас этот в ответочку, пум, все. Снова он стал свой. Так. Так, девиатор уже строить можно. Бум, опять перекрасил, давай-ка. Еще залп, чин-чин. Отлично. Ну, вот так вот и можно, как бы, их коцать, по сути. Но охрану вот так хорошо выщелкивать, да. Берешь. О, он еще, видите, тоже, как и Катюша, мажет. И не всегда перекрашивает. Не всегда ему удается. Так, ладно. Строим дальше пушки. Ага, перекрасила. Ну, блин. Уезжай к своим. Вот он сейчас даже до сюда не доедет, скорее всего. А, о, видите, он уже перекрасился. То есть, моментом. Только начинает движение. Так, еще высаживают. О, бум. Так, оборонительные сооружения. В общем, я считаю, достаточно бесполезна эта вещь у ордосов. Я их использовал, этих девиаторов, только как средство борьбы с охраной. И все. В обороне это тоже опасно. Так вот, забудешь, оставишь его, он потом снова станет врагом и бум, ха-ха, четкое попадание. Ну вот, сейчас и будет туда-сюда гонять. Так, чё? Так, продолжаем укреплять оборону базы. Так, подранок опять приехал. Девастатор вот хорошо, если его перекрасит, например, девиатор. Лупи пока по нему. То его чик и на самоуничтожение быстренько поставил. И это, да, это будет полезно. Так, что там?
Если он так стоит и ничего, никто его не трогает, и он никого не трогает особо, он достаточно долго будет стоять, но толку от него, если он будет тупо стоять. Так. Ну все, сейчас он закончит свое существование. Наконец-то его добьют. Так, что-то я перестал следить за своими. Чего у вас тут в жизни? Так, вроде неплохо. Опять его не добили, да вы серьезно, что ли? Да ты уже сдохнешь-то. Ё-моё. Ну, влупи ему. Да не, пускай взрывается. Заколебал. Так, 3500. Ну что, начинаем строить потихоньку. Атакующие силы. Тяжелый танк. Да, и давайте построим одну леталочку, пускай слетает. Плохо, что ими управлять нельзя, и они вылетают из вот этой базы нашей, где их построят. И у них есть по умолчанию цель, по-моему, это танковый завод, как, собственно, и у вражеских. Вот давайте посмотрим. Куда-то сюда, значит, полетел, вот, так что, да, одна база здесь. Ну, явно их две, да. Одна где-то совсем рядом с нами. Что-то странно, тишина. Ничего не слышно, не видно. Очень странно. То ли он не успел ни одного залпа сделать, его грохнули. Сразу же, то ли и вообще нет. А, он в итоге все-таки сюда прилетел. Так, ага. Так, вот их завод, все, убили. Интересно, а по кому он стрелял, по какому заводу? Непонятно. Да, ну, в общем, я говорю, плохо, что их самих нельзя направлять, задать им цель, например, и чтобы они только на эту цель летели. Так, что, перекрасили, что ли? Да нет, вроде это мои три сейджа. Так, с этой стороны надо оборониться немножко. Так, ну и можно этих, Катюш поназаказывать. 440. 3, 4. Ой, хорошо. 5. Отлично. 5 штук за раз. Представляете? Сейчас сразу прилетят. Ну, их надо, блин, убирать отсюда. Будет, конечно же. Потому что... будут агрить на себя всех. Так, вот. Прилетела телега, колесница. Давайте. Так, раз. Сюда. Два. Сюда. Так. Ой, уже стреляют. Ладно, стреляйте. Главное, чтобы по ним в ответку ничего не прилетало. Так, и вот пятое. Все, это улетело корыто. Отличненько. Ну, я так их формирую. Ну, можно будет, да, вот девятер отсюда забрать. Ну, или построить еще один. Так, чисто для того, чтобы было. Так, сюда еще пушечку поставить. Так, нифига он тут выдает мне по сейджу. Дико лечись, мужик. Оп. Так, пора, наверное, хрен с ним, с этим квадом. Хотя нет, я его сейчас тоже полечу и в разведку отправлю. О, Катюша прилетела. Катюша. Так, что у нас по энергии? Хорошо все. По энергии. Да, еще пушечку. Можно, кстати, взять вот так вот
кирпичами все куда-то туда наверх обложить. И там пушек прям на подъезде к базе поставить. Давайте-ка я в разведочку туда съезжу. В свои земли. Смотреть, насколько они велики. Неплохо. Я говорю, земля у нас, конечно, большой достаточно кусок. Привет. Так, там еще спайс, но сюда опасно идти пока. Тут прям база, вот, получается, рядышком. Действительно рядом. Между нами. И она так вытянута, видимо. С севера на юг. Так. В принципе, все. По этим. По пушечкам. Может, сюда вот еще сейчас одну поставлю. И, наверное, хватит. Пока что. Вот. Охрана, значит, да? Можно вот сюда, на передовую еще пару пушек поставить, потому что, ну, основной-то удар все равно идет у них наземный и с... Ну, сверху, в общем. Так что да, наверное, укрепим еще. Так. Сейджик. Так, у меня 5 Катюш и 1 Сейч пока. Вот и вся ударная сила. Так. Пушку, блин, построил. Не, пушку я построил хорошо, но все-таки да, наверное, я сейчас куда-то вот сюда как выведу. Мои пухолки рядком. Ряд поставлю там. Так, а мне сейчас вернут деньги, если я ее отменю. Да, отлично. Так, давайте, наверное, так и сделаем. Сейчас там сразу ряд штуки 4 пушки поставить. Хоп. Так, строим сейджи. Да, вот здесь сейчас так выставим. Во. Здесь как? Здесь полосочка маленькая, наверное, 3. Да. Они даже как-то вот так наискось едут, да? Пушки-пушки. Или вот сюда еще. Главное, чтобы по ним потом эти не стреляли. Катюш. Воу. Нападение. Так. Куда ж ты едешь-то? Красавец. А, ну он не доедет, куда бы он не ехал. Конечно, минус девастатора это в том, что он очень медленный. Он просто очень медленный. Просто жутко медленный. Сейч лупит по своим. Так, ладно, пушки разберутся. Давай-ка сюда езжай. Без тебя. Тут сейчас делов натворишь, блин. Так. Сейчас мы тут все, блин, заставим пухолками. Так. Электричество вроде бы есть еще. Так, 3 сейджа. Четвертый строится. Ага. Конструкцион комплит. Так, наверное, вот так углом сейчас поставлю. 2 сюда и 2 вот так. Так.
И еще один готов. Там они едут, даже внимания не обращают. Ну даже это хорошо. Значит, ракетницы не будут агриться, потому что ракетницы-то они дальше стреляют, чем эти пушки. И будут выносить их мне. А так мимо будут проезжать, они их как раз будут обстреливать. Пойдет. О! Сейчас тут девастатор. Может, они его и не задолбят, пока он мимо них едет. Ну, потреплют основательно. О, куда он еще поехал? О, блин, буралей. Да не, они его прямо сейчас тут кончат. О, уже это стреляет верхний. Все, готов. Отлично. Хорошо. Удачное место. Так, сейчас надо будет немножко приоткрыть еще тумана войны. Так, что у нас тут с сейджами? 4, да? Строить, строить еще. Пойдет. Так, кто-то высадился явно, да? Где стреляют? А, понял. Так, сейджик. Тут у них спайс тоже. Возможно, я сейчас даже сагрю охрану. Но в бой пока вступать не буду с ним, даже если кто-то выйдет. Ага, блин. Пальнуть все-таки немножко. По косте. Так, это не охрана, да? Или охрана? Че он развернулся? Ай, блин! Охрана все-таки. Валим. Девастатор это серьезный товарищ. Очень серьезный. Один на один он тебя просто завалит. Езжай лечиться. Так, теперь. Знаете, что еще надо сделать? Обложить стеной наш этот. Наш вот этот заводик. Да. Ну как в прошлой миссии, чтобы... Блин, ты еще и не доедешь, скажи. О, есть. Чтобы летательные аппараты возили их на починку. Можно, кстати, один построить, чтобы он сам знал, что ему делать. Корм... У меня харвестеров. Раз. Два. Так, что, задолбили один, что ли? Все-таки. У меня же было три. Походу, да. Ага, сразу занялась делом. Ну, хорошо. Ну все, теперь будет назад на место их возить. Откуда забрала? Так, ну а тогда харвестер построить. Не дело. Это не дело. Раз. Два. Ну да, где-то он все-таки попался. Интересно, где? Явно не червь. Может, сюда поехал, блин. Тут его загасили. Да, вот он наверх поехал. Его, наверное, сразу щелкнули. Бармалей, блин. Тупорылый. Так. Че у нас тут по танкам? 5 сейджей, 5 этих. А, ну, у нас с деньгами пока что. Напряги. О, видите, практически уже
никто не проезжает мимо них. Долбят всех. Можно будет еще потом сюда там парочку поставить. А че? Нормально. Оборона должна начинаться прямо вон, от вражеской базы. Мы только выезжали за калитку и тут же получали по щам. Так, я думаю, можно тогда это... в атаку. У вас, ребята, кого-нибудь забрать. Так, надо тут поразведать, где бы нам... Так, а это есть? Это чё? Это вражеский пилот перекрашенный. Ага, ну и ништяк. Хотя это, блин, засчитывают, что моего грохнули, да? Да и пофигу. Поехали. А, это охранник, мать его. Или это, блин, харвестер был? Что-то я не понял. Пять. Раз. Два. Выгружается. Блин, опять этот идиот туда поехал, да? Там мой харвестер грохнули. Как ты далеко от своей базы-то, блин, стоишь, урод. В охране. Да что ты зигзагами-то ездишь, дурак? Прямой едь. Давай. На какой базе вот у них главный завод? Вот это вопрос. Вау, девастатор. Так, давай-ка заезжаем. Врагу. Так, тебе капут. Ладно, что-то у них совсем маленькая база. Ну, блин, здесь не разведано. Надо что-то более радарное такое, мощное. Так, ты тут не воюешь с нами пушками? С нашими пушками. Они взрываются рядом с ними и этим коцают. Так-то они вроде не стреляют. Так. Где же нам можно свои атакующие силы собирать? В принципе, вот здесь. Грохнуть этот девастатор, который в охране, да, собираться прям тут у них. Рядом. Так, это ж я езжу Катюшей. Катюша четко разведывать, у него прям радиус такой огромный. Главное, чуть-чуть помощнее еще. По броне имею в виду. Во. Так, сейчас уже, скорее всего, девастатор. Да-да-да, поехал. Вот. Ну-ка, жахни в него. Ну куда? И чё это? Одна, блин, куда-то вообще в сторону улетела. Вторая тоже не попала. Так, все? Не, еще едет, смотрите, еще хочет. Ну-ка, жарька. Ха-ха. Да, это реально как завод. Капец, он мощный. Так, давайте-ка передислоцироваться потихоньку. Recording.
Ладно, стой. Так, достраиваем. Ну и надо, наверное, еще Катюш заказать. 5 все-таки маловато. О, подешевело. Блин, одну всего дали заказать. Еще не едем. Так, что ты там сагрился, придурок, нет? Не сагрился. Низ базы у них вообще не защищен. Я что-то на эту базу так поехал. Хотя, может быть, здесь главного завода и нету. Тогда я... О! Это высадили, в смысле, еще мне Катюшу? Десантом? Не, в охране я их точно оставлять не буду. Толку от них нету, их завалят быстренько. Тем более, там пушек полно. А, это ж... Блин. Гоню, это ж я в старпорте заказал ему. Так, ну-ка еще можно. Хрена с два. Так, ладно. Че комбо-танк? Поехали, наверное, с тобой разведаем. Блин, у него тоже радиуса не хватит. Катюше одной пожертвовать. Что мне надо открыть, что там в глубине базы у них. Ладно, давайте. Пожертвуем Катюшкой. Так. Как-то надо так зайти. Хорошо, интересно. Так, сагрился, да? Вроде надо его снять, блин. Козла этого. Пожелтел, хорошо. Девятор жахнешь в него? О, нифига он, блин. Я думал... Да, это капец. Куда ты нахрен пошел? Все. Урод. Блин, за что, ни про что? Ой, снял мою Катюшку. Ладно, нельзя пока заказать другую. Это я уже двумя сейчас пожертвую. У меня их сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ладно, сейджем поедем. Поедем сейджем. У него тоже хороший радиус. И броня гораздо круче. Так, не знаю, надо будет вот сюда доехать, проехать сюда, открыть, и потом постараться наверх еще зарулить. Промазал почти что все. Ох, а вот сейчас попал, хорошо. Эх, блин, вот ну ё-моё, ну непонятно. Так, ну здесь что, здесь бараки, здесь электростанция. Блин, ну скорее всего нету здесь главной базы. Вот здесь скорее всего еще одна электростанция и все. Блин, поехать на ту базу. Что там за... В кого стреляют? Ай, блин, все забываю про вот этих моих пушек. Так, ладно, поехали на вторую базу. Во, открылась пукалка.
Так, чё там Старпорт? Очухался, нет? Блин. Достали вы меня. Так, заехать сюда вот прям. На тебя вся надежда. Есть, вон он главный, все. Ты задачу свою выполнил, красава. Все, значит, надо на это нападать. Что у них? Опять же, две базы таких тухленьких. Это даже меньше еще, чем там. Зато тут два танковых, да? Ладно, значит, нападаем сюда. Все. Вот тут есть бережок. Сейчас передислоцируемся. Блин, опять уйду. Пушки коцают. Да, блин. Что такое-то? Так, 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 так. Ладно, поехали. Так, вот она их база, да? Мы тогда вот здесь будем как-то вот так вставать и снизу давить. Харщу. Так, сеечек еще один построить. Нет, стройка харвестер еще. О, давайте девиатор построим. И леталочку одну. Ой, не эту, не эту. Девиатор возьмем один с собой. Ну вот, допустим, стрелять вот в этих товарищей и на самоуничтожение их ставить. Так, вот тут как раз едут войска. Ага. Кто-то остался, да, почти все остались, блин. Когда он резко вот так поворачивает на 180 градусов, они, короче, не понимают и на месте остаются. Этот сейчас тоже, да, не поедет. Ага. Катюша тупит. Не могут они, блин, вокруг своей оси развернуться. Не дано ему. Так. Блин, цена, смотрите, вообще упала. Меньше 400 уже стоит. Тут ты и перекрашиваешь как-то плохо. Ладно, тебя я тоже заберу. Так, кто девиатор? Вот два девиатора будет в конце. О! Не говори, что перекрасила. Едет шеренга. Тут высадили. Интересно. О, воевать стали с пушками, да? Или нет? Ну, десант что-то, да, стал воевать. А эти вроде едут. Пацаны. Так, это сейджик еще один выпекся. Так, надо, знаете, что сделать. Вот так вот.
А второй вот сюда. Ща посмотрю. Блин! Не-н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 е. Блин, сейчас всю мою атаку запорю. Нет, только не... Вот почему Катюшу-то, а? Мразь. Езжай вон, ешь харвестер их. Так, куда ты тут поехал? Где мои харвестеры? Блин, чё, вообще уже не осталось? Так, ага. Ну-ка, постой-ка пока здесь. Так, кого забрал? А, харвестер. Хорошо. Блин. Когда там уже наемники очухаются? Дадут мне. Так, ну, делся этот червь треклятый. О, стоит. Что-то не вижу его по карте. Ну-ка, жахни его. Ну ё-моё, кособокая. Перезаряжаются дольше, чем Катюши даже. Стреляют еще по одной ракете, все. Косорылая. Так, походу он что-то или его загасили, у меня же там пушки рядом с песком стоят. Да и танки по нему шмаляли. Наверное, ему хана. Ну и ладно. Так, где девиатор? Так, у меня, блин, еще одну Катюшу сожрали. Блин, дайте мне заказать. Капец. Это очень печально. Я сейчас просто до лимита дойду, блин, мне даже заказать не дадут. Так, два харвестера. Ну-ка, давай-ка попробуем еще раз. Че? Давай, с первого залпа. Сваливай. Ай, блин, не успел на самоуничтожение поставить. Зараза. А получилось. Просто надо было девиатор спасать сразу же. А потом поехал. А, в принципе, тоже нормально. То, что он сразу снялся с защиты и поехал воевать. Тут-то с ним разберутся быстро. Так, что ты меня нервируешь, иди полечись. Кто помнит, от чего зависит вот лимит этот в Старпорте? Можно там заказывать или нельзя? В комментах напишите, пожалуйста. Потому что я забыл. По-любому оно должно от чего-то зависеть. Хрен его знает. Бам. Поехали, поехали сразу прям. Давайте. Шмаляйте в нее. Проехала и все-таки долетела ракета. Плохо работаете. Плохо. Так, ладно. Что, все, нету девастатора? Ну, не мытьем, так катанем. Как говорится. Ладно. А, это девиатор. Чуть-чуть назад. Мне Катюша сейчас нужен. Наступаем.
недели. Можно еще вам девиаторов подцепить. Так, где они есть? Ну, выдвигаемся. Скорее всего, сейчас Катюши какие-нибудь опять нападут. Поехала. Где ты там сейчас проявишься? Все, готовчик. Ага. Да ладно, чечку не смогли попасть. Так, ты уже лупишь по пушке, да? Молодец. О, смельчак, фига себе. Так, девиатор один остался, да? О, приехал. Жарко по нему. Щип. Блин, сейчас взорвет его нахрен. Вот, хорошо. Спасла. Спасла. Так, убить его нахрен. А, уничтожил. Так. Блин, с виду надо было им, ну, хоть чуть-чуть сделать разные девиаторы, Катюша, прям они сильно похожи. Что, куда он там стреляет? Ого. Так. Блин, цена поднялась и опять нельзя, все равно нельзя. Как так, почему? Так, что там, Катюшу мне привезли на место? Пятую. Так, нет. А почему? Она же успела ее забрать. Почему она ее не привезла обратно? Не стреляешь? Еее! Красавца. Ха-ха, пойдет. Так, Сиджи, подъезжаем. Запутался, запутался кадр. Отличненько. Опа! А вот это нехорошо. Отводим. Катюша, это самое главное. Mm-hmm.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я тебя что-то не заметил, слышь. Аутпост вот взорвать. А у них на той базе есть аутпост? Походу нету. Ага. Отлично. Так, девастатор. Ты мимо. Не, ни хрена не мимо. А, привезли Катюшку, я думал, это девиатор. Ага, есть. Так, ну все. Прямой наводкой, как говорится. Залп по основному конструкторскому. Так, главное на пушку не встань, тебя не законопатили там. Все? Красавцы. Так, а каким это макаром у них танк построился средний? Да, вот, все, у них квады одни поехали. Да, блин, опять по нему лупит пушка. Так, ну и две пукалки осталось, сносим их, и все, и поехали на вторую базу. Достали они меня уже. Да, было бы вот штучек 6 их, было бы, конечно, лучше. Так, ну вроде все, заковыряли всю базу. Так, поехали. Сюда вот на разведку съездить, возможно, чебрики еще стоят. Так, тут активизировалась, по идее, вот эта база левая. Не, так, два сейджа и стоят. Охране все хорошо. Что взорвалось? Мысли. А, там завод еще что ли где-то был? А, походу, да. Долбанули залпом. Крепкая стена, ты глянь-ка. Так, что нам, как нам двигаться? В принципе, по барабану, как нам двигаться. Тут, получается, строить здесь они могут теперь только квады. Ну и чебрикутами атаковать. Все. Больше ничем не могут. Ага, девастатор едет. Блин, может у них тогда тут аутпост вот стоит. По идее, без радара они не могут строить вот такую технику.
Так, ну, можно, нет. Так на всю миссию все и отказывают. Нельзя больше строить. Так, ладно. Девиатор. Ну а вы между собой подружки. Эх, одна подбитая что-то. Так, что ты тут за главного остаешься? Главное, червя сейчас второго не открыть. Я смотрю, есть ли тут у них спайс. Нету нифига, да? Ладно. Будь здесь. О, а ты кто? Да, он уже давно там у них стоит. Прикручинившись. Так, где вот он на базе? Как раз и... Да, строят, блин, девастаторы. Ну, значит, есть у них еще один. Завод радар. Иначе никак просто. По-другому не бывает. Так, где там девиаторы? Смогем? Ну куда ты поехала, чушка, блин? Совсем тупорылая, блин. Все, так, ладно, я тебе буду с вами. Блин, нет, не-не-не, сейчас пушка по ним начнет стрелять. Ну, все, есть. Хоть он и перекрасился, ему хана. Бам. Наконец-то план сработал. Так, хорошечно. Ну и стойте здесь, если что, он будете перекрашивать этих харвестеров вражеских. Он все равно не успеет набраться, он вот это. Только если они его постоянно будут красить. Посмотрим. Может и привезет разочек к нам что-нибудь. Так, ну че, пацаны? И девки. Атакуем. Гадскую пушку. Что-то, по-моему, близко как-то подъезжаете, не? Так, что там с этим? Блин. Есть, перекрасим. Хорошо. Опять. Даже не покоцано. Косеечный надо стрелять в нее. Ой-ой-ой, и все мимо. Есть. Вот одна из 18 ракет попала. Отлично. Шикарно. Так,
так, ну вот это сюда лупить, что ли. Так, сейчас я пушки, короче, сниму. И знаете, что я построю? Вы догадываетесь, да? О, 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 о. Смотрите-ка, почти набрал. Главное, чтобы он не самоходом поехал, а чтобы его забрали к нам на базу. Его будет весь... Не, сам поедет. Плохо. Значит, я его грохну, блин. Ай. О, есть, 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 есть. Но смысл, блин, какой в этом? Давайте-ка я сейчас построю вот этот доставщик, и он его заберет, и, наверное, надеюсь, по крайней мере. О, фига у них сколько их. Заберешь? Забери! Не, не хотят забирать меня. О, можно... Вот так. Хана. Да ладно. Все равно не мое. Так. Вот, сейчас, короче, пушек у них нету вроде бы. Ну, может, вот тут еще какая-нибудь одна сраная пушка. Сейчас мы этих леталок как понастроим. Как начнем с воздуха их атаковать, сносить их базу просто. И все, давай еще. Так, это все их, да? Да. Бум. Ох ты, не перекрасила. Перекрашивай. Бам. Да блин. Пуканка. Тебе хана. Поздравляю. Все, вон они. Летают. Че коцают? Да, танковые, видите, коцают. Ладно, танковые так танковые. А, вон. Это че? Самого подранного нападаешь, мразь. Так, последнюю пушечку давайте-ка уничтожим. Что это за завод тут такой все-таки стоял-то? А, спайс. А как они девастаторы строили? У них нету здесь аутпоста. Может, хай-тек дает? Вместе с аутпостом. Это реально странно очень. Очень странно. Ой-о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 й. Все взрывается. В погоню такие клином за красным самолетом. 130 моих. Победа! Ну наконец-то! Раскатали. Харконинов. Ну, в принципе, все. Харконинов у нас больше не будет. Они будут только как прихлебатели теперь при Атрейдесах. Значит, Ордосы у нас в 7-й миссии будут воевать с Атридесами при помощи, при поддержке, так скажем, Харконинов. Победа! Да, видите, две земли,
Превосходно! Еще одна блестящая победа для дома Ордосов. Да, чувак, осталось всего две победы, и планета наша. Надеюсь, что череда непрерывных успешных сражений не притупила в тебе чувство радости победителя. Нет, ты что? Как можно? Так, час 14. Ужас пустыни! Вау! Враг, возможно, даже больше накопал. Нет, не больше. Ха, ну опять 15 вот. Уничтожено. Строение уничтожено врагами. Одна... А, все-таки они пушку, наверное, одну там взорвали. Да? Которая отдельно от базы вот 4 стояла. Я когда в атаку пошел, я чуть-чуть подзабыл про них. Ну ладно. 15 отрядов у нас уничтожено. Ну, в принципе, да, ордосами воюем. Ну, потому что они такие, больше террористы, они не впрямую в атаку идут, а вот одурманить там противника, да, что-нибудь такое, что-нибудь подвзорвать там этими самолетами там. Опять же, в разведке у меня погибло где-то троечка, в охране тоже там. Короче, да, в атаке опять у меня мало кто погиб. Ну и слава богу. Вот Харконинами будем когда воевать, там вообще никого жалеть не будем. Они же такие сволочные, им никого не жалко ради достижения цели. Stealth War. О, видите? Вот, у них даже пароль на 7-ю миссию. Stealth War. То есть такая скрытная война, да? Про что я только что говорил. Сейчас запишу. Stealth. War. Вот, отлично. 7-я миссия, предпоследняя. Ну, в общем, в ней мы будем, как я уже сказал, воевать преимущественно с Атридесами. Ну, как преимущественно? Наверное, знаете, да, что основная, как бы, база в 7-й миссии, она имеет дворец, палас. Соответственно, раз будем воевать с Атридесами, ну, как бы земля их считается, они объединятся с Харконинами, но у Харконинов будет база такая поменьше, по остаточному принципу, скажем так, они будут просто, ну, техникой помогать им. Вот, а у Атридесов будут, получается, вот эти вот фримены, да, это, сардукары, ну, в общем, в Паласе тоже помогать им будут. Ну что же, надеюсь, что вам эта война понравилась, как мы раздавили Харконинов. Вот, увидимся в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Всем пока-пока.